Извечный конфликт отцов и детей перерос в криминальную драму в отдельно взятой нижегородской семье. Пенсионер не вынес издевательств сына и решился на тяжкое преступление. У 69-летнего Владимира Федулова, по словам соседей, сын с сожительницей постоянно забирали пенсию и избивали его. В отчаянии пенсионер спрятал ружье в своей кровати и стал ждать, когда в очередной раз к нему придут отнимать деньги. Ружье было, но было накинуто. Это ружье, потому что оно длинное такое. Ну, вот как Андрюшка зашел, видать, вот так вот раскрыл, услышал хлопок. Большая вот такая вот дыра. Кричит: «Марин, перетяни мне чем-нибудь». Чем перетянуть-то? В пах. Где, куда, что перетягивать-то? Кровь хлыщет. Отец сидел, и все, она еще говорит: «Ну что, матом на него, давай, стреляй в меня еще». Этого следовало ожидать, потому что драки постоянные, пенсию постоянно отбирали, он постоянно избитый отец ходил. Ну, говорил он, что вот пенсию только получает, на утро встает, у него пустые карманы, у него уже денег нету, все. Они ругались, и не один раз ударил Андрей отца. То ли он задумал это уже, потому что сил не было, потому что над ним, наверное, реально издевались, потому что всю ночь слышали крики. Он всю ночь, отец, бегал по подъезду, просил помощи, а утром его застрелил. С комментарием. А правда, что они вас били? Подозреваемый не скрывался. Сразу же после произошедшего он вызвал сотрудников полиции и дожидался их на месте происшествия. Никуда не уходил. В полном объеме признал свою вину, в содеянном раскаялся. Кстати, несмотря на признание вины, 69-летнему Владимиру Федулову может грозить до 15 лет лишения свободы.